Привет всем! Приобрел недавно себе AirPods Pro. Видео есть на канале, ссылочку оставлю в описании под видео. И решил сразу заказать себе чехол, так как я пользуюсь чехлами на всех своих гаджетах, которые у меня есть. Это телефон, iPad, камеры и даже MacBook. То, естественно, AirPods исключением не стали. И во время поиска себе прикольного чехла на кейс, мне попался вот такой вариант. Стало очень интересно его протестировать. Насколько все, что здесь предложено, действительно нужно или удобно в использовании в повседневной жизни или в определенных каких-то случаях. Вот перед нами весь сет, который я заказал. Ну давайте начнем с чехла. Сам по себе чехол для кейса в определенных случаях нужная вещь. Ну, во-первых, защищает от потертости, а также царапины, если находится в сумке или в кармане с ключами или с другими предметами. Также при падении. У меня периодически кейс летает по машине и иногда выскальзывает из рук. Ну и прочие разные ситуации, за которых вся его белая глянцевая поверхность реально быстро приходит в непрезентабельный вид. И это, конечно, печально. Так что скажу вам, чехол рулит. А тут, ко всему прочему, еще есть и карабин, с помощью которого вы можете разместить AirPods на рюкзаке или сумке, а также на поясе джинс или шорт. Особенно это актуально в летнее время, когда не хватает или вообще отсутствует кармана. С помощью его мы можем изменять цвета, подбирая под цветовой гамме к чехлу телефона или к ремешку от Apple Watch. И это будет смотреться гармонично и стильно. Также очень много различных форм, разных мотивов. Все их вы можете приобрести и менять хоть каждый день. Ну или заказывать ваши инициалы или логотипы. Я считаю, чехол это реально крутое решение многих проблем. Ну вот и следующая деталь нашего комплекта. И это шнурок. Честно сказать, больше напоминает шнурок для очков. Не знаю, продаются ли еще такие или нет. Не обращал внимания. Кто в курсе, пишите в комментариях. Насколько действительно полезная вещь, наверное, нам может рассказать человек, который хоть раз терял наушник. Если есть такие среди нас, ставим лайк. Ну а я думаю, что в принципе может быть полезно для тех, кто занимается спортом или бегом. Допустим, во время пробежки пришлось вам вытащить наушник. И что вы будете делать? Положить в кейс? Так я сомневаюсь, что люди берут его с собой на пробежку. Держать в руках может быть неудобно. А так болтается на веревочке не мешает. Я думаю, что у этого предмета обязательно найдутся свои поклонники. А в моем случае буду им пользоваться за рулем. Во время длительных поездок я часто использую AirPods в качестве гарнитуры. И держать даже один наушник в ухе долгое время не очень комфортно. А так пусть висит себе на шее. Или можно даже на зеркало повесить, чтобы не потерять. Достаем Apple Watch, так как они нам понадобятся для демонстрации следующего аксессуара из нашего комплекта. И это вот такая штучка, которая продевается в браслет, здесь вы можете держать AirPods. Честно сказать, хрень полная. Ну, во-первых, смотрится ужасно, неудобно, я думаю, что все-таки есть риск их потери. Не знаю, может быть кто-то использует, но я считаю, реально бесполезная вещь. И еще бонусом хочу вам показать не менее важный аксессуар для AirPods. И это вот такая щеточка для чистки в труднодоступных местах. Потратили 5 минут, и ими будет опять приятно пользоваться. Ну вот и закончился наш сет. Абсолютно не жалею, что его заказал. Во-первых, выполнено очень качественно. Есть заглушки для гнезда. Видно заряд индикатора и даже место для кнопки. Материал приятный на ощупь, ничего не болтает, сидит плотно, рекомендую к приобретению. Кому понравилось, ссылочка будет в описании под видео. Ну а у меня на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте колокольчик. Всем пока!